Всем привет, зрители и подписчики моего канала. Все, кто меня знает под псевдонимом Серега МК. Сегодня будет видео не игровое, будет анбоксинг. Анбоксинг свежекупленный, точнее, свежепришедший из Computer Universe видеокарты. Это Asus GeForce GTX 1080 Ti Turbo. И, собственно, давайте приступим к анбоксингу. Самое главное. Как бы видео не будет затягиваться. Давайте посмотрим, что здесь в комплекте есть. Коробка, как мы видим, небольшая. Действительно, совсем небольшая. Давайте откроем, посмотрим, что есть внутри. Защитная проложка. Есть сама карта. Вот она в антистатическом пакете. Положим, давайте посмотрим, что есть из комплектации. А в комплектации у нас весьма скудная, только инструкция и, собственно, дискета с программой GPU-Tweak для разгона данной видеокарты, ну и других манипуляций с ней. Давайте посмотрим, что себя сама карта представляет. Собственно, представляет она себя типичный референс турбинного типа, но, как заявляет сам изготовитель, это Asus, то, что в данной модели подшипник используется гидродинамический, ну, практически неубиваемый в сравнении с обычным Founders Edition. Также улучшены радиаторы охлаждения, то есть на выходе они обещают более тихую, холодную видеокарту. Как мы видим, бэкплейта здесь нет, пломбы, хотя пломба как-то немного коряво. Данная карта имеет разъем дополнительного питания на 6,8 пин, видеовыходы, 2 HDMI, 2 дисплей-порта, возможность объединения карт в режим SLI. Собственно, дорогие мои подписчики, по крайней мере, русскоязычная его часть, кто понимает сейчас мою речь, так как англоязычный комьюнити все равно не поймет. Вот на этой карте я буду для вас снимать дальнейшие ролики. И по достижении 1000 подписчиков начнутся стримы. Всем спасибо за просмотр.